Говорят, танец – это жизнь. 29 апреля весь мир отмечает Международный день танца. Мы решили узнать, с какого же стиля лучше начать. И для этого пришли в танцевальную студию. Антон, с чего мы сегодня начнем? Расскажите. Лиза, сегодня мы начнем с джаз-фанка. Отлично, начинаем. Джаз-фанк – один из самых популярных стилей уличного танца. Его главное преимущество – это отсутствие каких бы то ни было рамок и преград. Танец основан на раскрепощении души и тела, поэтому для начинающих танцоров джаз-фанк может стать отличным вариантом. Если, например, в классике ты должен очень долго нарабатывать себе базу, то в уличных танцах ты как раз можешь без базы начинать скорее танцевать, а потом уже вот закрывать эти технические бреши, когда ты осваиваешь новый элемент и вставляешь его в танец. Кажется, джаз-фанк – это все-таки не мой стиль танца. Я попрошу попробовать что-нибудь другое. Может быть, я просто не нашла свое. Антон, что вы еще можете мне предложить? Это мне не подходит. Еще мы можем попробовать contemporary. Этот стиль отличается свободой танцевальных движений и легкостью. Важную роль здесь играет импровизация. Танец дает особую широту движений, учит правильно дышать и грамотно распределять ресурсы своего тела. Очень часто говорят, что это танец расслабленных мышц, но это иллюзия. Естественно, танцор должен быть очень сильным, чтобы делать эту иллюзию, но тем не менее, когда зритель смотрит, у него должно быть ощущение, что танцор не очень напрягается. Напрягаться и правда нужно много. У каждого стиля есть свои нюансы. Очевидно одно – если хочется танцевать, надо идти пробовать.